С 1 февраля, то есть уже с завтрашнего дня, в стране вырастут страховые пенсии и социальные выплаты. Однако прибавку получат не все. Тем, кто работает, придется подождать. Отмечу, причиной повышения стала инфляция. Подробно о всех изменениях Рута Келлер. У меня целый букет заболеваний. Сахарный диабет, гипертония, пневмония и все прочие, артроз. И все это уходит на лекарства. У меня ничего не остается. Инна Ильинична получает минимум 8800 рублей, поэтому рада любым доплатам. С 1 февраля новосибирцы получат деньги с учетом перерасчета. Есть специальные основания, это для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, и для инвалидов первой группы. Для них размер фиксированной выплаты удваивается, и он достигнет размера 9610 рублей 22 копейки. Увеличить социальные выплаты решили в связи с ростом цен на продукты в прошлом году. Индексация коснется больше 700 тысяч новосибирцев. В результате средний размер страховой пенсии в Новосибирской области составит 13 191 рубль. Инициативу поддержали и депутаты законодательного собрания. Жизнь на месте не стоит. Постоянно идет повышение цен на различные продукты, на услуги. Постоянно идет увеличение различных, взносов, налогов, тарифов, акцизов. И, соответственно, все это дополнительные расходы на кошелек человека. Не затронут изменения работающих пенсионеров. Для них увеличение будет в августе. Перерасчет сделают в пенсионном фонде с учетом тех взносов, которые за них платил работодатель в прошлом году. Мне тоже хватает. Я живу в шоколаде. Такие прибавки к пенсии бабушки и дедушки называют мизерными. Кроме того, удивляет пожилых новосибирцев и нестабильность в расчетных листах, которые ежемесячно приносит почтальон. Причем сумма не растет, а понижается. С такими жалобами в пенсионный фонд обращаются нередко. Например, компенсацию за коммунальные услуги я не получила. Ну, по тем вопросам, конечно, мы даем рекомендации обратиться непосредственно в отдел пособий социальных выплат, либо к специалистам многофункционального центра. Индексировали в 2017-м и стоимость социального набора. С 1 февраля он оценен в 1048 рублей 97 копеек. Туда входит обеспечение необходимыми лекарствами, лечение в санатории по показаниям врача и бесплатный проезд. Рута Келлер, Олег Сурков, новости ОТС.